Доброго дня. Останнім часом до телеканалу «Балінформ Компанія» надходять питання, чому деяких програм немає в наших ефірах. Ми вийшли на вулицю до наших людей, до мешканців Балтщини і запитали, що саме вони хочуть бачити в ефірах нашого телеканалу. І ми дізналися, що нашим телеглядачам цікаво абсолютно все, починаючи від дії влади, медицини, роботи шкіл і навіть дитячих садочків. Мені, звісно, як мамі ребенка, это очень довольно-таки интересно, и для детей это познательно. В первую очередь они развиваются, им интересно, их завлекают, то есть не просто вот заставили учиться и все, нет. Для того и создано наше телевидение, чтобы детей завлекать более, познавать, чтобы они стремились к чему-то лучшему, высшему. В первую очередь мы смотрим, как люди поработали над этим, не просто прийти пофотографировать в какой-то там в красивой, да, вот фотозоне и все, нет. В первую очередь мы смотрим на работу людей, которые этим занимались, и как детки выступают, или как даже взрослые это все подготовили. Это очень интересно. То есть детские программы нужны? Да, конечно. Зачет? Я за. Вот я бы еще хотела подчеркнуть то, что на данный момент сейчас стал интернет сильно поглощать и детей, и взрослых. Нету того живого восприятия, то, что вот было раньше, когда мы это видели, когда мы это проживали, что дети отдаются этому всему, эти выступления, эти всякие праздники, а не то, что сейчас интернет, картинка и все, и на этом все закончилось. То есть я против, не то, что против интернета, я за живое общение, за концерты, за праздники. И еще я бы вот хотела поинтересоваться, вот почему вот у нас в школах, у нас в садиках, вот детки выступают, детки стараются, мы этого не видим. Мы только вот видим, когда мы там присутствуем. Но хотелось бы, чтобы наш город, наша власть обратила на это внимание и как-то приняла к этому меры, чтобы показывать то, что мы делаем, то, что мы стараемся. Это наши дети, это наше все. Обязательно надо. Мы должны знать это, мы должны видеть, потому что мы больше времени находимся на работе. Мы приходим вечером, мы не знаем, что в городе происходит. Мы должны это все видеть, мы должны знать, и дети наши должны знать, потому что кроме планшетов и интернета их ничего не интересует сейчас. Мы хотим видеть, у меня все дети учатся в третьей школе. Самый старший сын учился в третьей школе, я училась в третьей школе. Мне, конечно же, интересно, как школа живет, как она развивается, чем она занимается, какие перспективы. Отдав ребенка в школу, мы хотим знать, чем дети там занимаются, как они живут, почему третью школу не показывают. Мне, например, нравится эта школа. Я хочу знать, чем она живет. У нас все школы хорошие. Ну все. Сейчас же и школы видно только в интернете. То только одни фотографии. По фотографии не поймешь, чем дети занимаются, как живет школа. Лучше, конечно же, телевидение. Чтобы чаще показывали, чтобы лучше показывали. И больше, чтобы мы знали про детей, про школы, про садики вообще. Про жизнь нашего города. Чтобы наш город цвел и развивался. Вы знаете, последнее время какая-то наступила такая тенденция, не очень приятная, что очень мало транслируется всех мероприятий, которые происходят в жизни города, особенно в школах. Это, вы знаете, не очень приятно, потому что наши дети есть активными участниками этого сообщества, они готовятся к этим мероприятиям, они проводят свои праздники, они проводят большие мероприятия, они стараются, они приобщаются к общему делу воспитания и подрастающего поколения. В школах очень важно смотреть на то, что происходит изнутри, потому что не все могут прийти в зал школы, посмотреть, что происходило, как дети выступали, не все родственники могут посмотреть. Поэтому очень бы хотелось, чтобы телевидение участвовало в этом и транслировало как можно чаще выступления детей, их подготовки, их мероприятия, потому что это все-таки наша история, история нашего города, история воспитания наших детей и труд все-таки педагогических коллективов. Это очень нужно для нашего города. При выборе школы у очень многих родителей встает вопрос, куда же отдать ребенка. Именно трансляция таких мероприятий очень ярко показывает мировоззрение школы, его уровень подготовки, его качество и образование, и внутренней жизни коллектива. Поэтому такие мероприятия нужно показывать и для родителей, и для детей, и для родственников. Очень много мероприятий происходит в громадской жизни, скажем так. И вот мероприятие последнее связано с нашим, скажем, таким земляком знаменитым, это Олейник. Его почему-то не показывали по телевидению, а очень бы хотелось, чтобы после всех
тех мероприятий, которые проходили, еще были, оставались следы, которые говорили о том, какие люди у нас жили, как они прославляли наш город и чего они достигли. Поэтому молодежь нужно воспитывать на именно таких мероприятиях, они очень нужны, чтобы их транслировали по телевидению. Еще такие мероприятия, которые связаны с такими крупными датами, как столетие или крупные юбилеи, они очень нужны, и поэтому очень бы хотелось, чтобы их тоже транслировали по телевидению, им уделяли внимание, и они были освещены не только в фотографиях, в прессе, но и по телевидению. Хотите ли вы видеть, чем живет наша громада, как развивается, растет молодое поколение? Обязательно, безусловно. Хотим. Хотим, и это нам интересно. Что больше всего интересно любите смотреть? В принципе, все передачи, потому что это жизнь нашего города, потому что мы жильцы этого города, этой земли, мы на этой земле родились, выросли, и поэтому нам все интересно. Вот, кстати, о школах, о детских садиках как-то мало передач. В принципе, это же тоже, это же наше будущее поколение, которое придет нам на смену. И чем они занимаются, что их интересует, какой жизнью они живут, какие мероприятия они проводят. Ну, конечно, это все очень интересно, и поэтому должно быть. Когда ребенок идет в школу, то получается, что родители, дедушки, бабушки отслеживают его путь, и им интересно, как они, к чему они идут весь этот свой школьный жизненный путь. Поэтому это все желательно, чтобы это все освещалось, чтобы это все показывалось. Да, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Потому что от того, как мы будем со своими детьми рядом или где-то далеко, как мы будем видеть, чем они занимаются, или не будем этого видеть, и лишний раз это, как говорится, увидеть и тоже не помешает. Поэтому вот так вот. Желательно, да, желательно, чтобы это освещалось больше, шире. Да, я считаю, это очень важно. Когда детей показывают, у них есть стимул. Чтобы всесторонний ребенок мог развиться, чтобы все было нормально. И они будут сами на себя дивиться и будут радіти тому, что их показывают по телебаченню. И они будут радіти и дивиться, другие дети будут заинтересованы в том, чтобы их тоже показали. Телебачення повинно показывать все. Все про развитие детей и наших, и чужих, и всех. Очень важно, чтобы снимали программу, показывали достижения детей, как учатся, чтобы был стимул заниматься. Когда мы выступали, когда во второй школе выступали, ставили сценки батьки с детьми, то действительно никто не снимал. То хотелось бы, когда участвуют дети и батьки вместе, какие-то программы создают, чтобы показывали на телевидении. Важно для деток то, что они смотрят и развиваются, берут что-то для себя хорошее. Где-то думают, что, может, не надо этого было бы сделать. У детей развивается мышление свое, своя точка зрения. Тема образования всегда актуальна была, я считаю. Во все времена образования, нужно вкладываться в образование наших детей, чтобы они чувствовали себя в дальнейшей жизни комфортно, чтобы они чувствовали себя уверенно, то, что подходит им. И ну, очень важно давать нашим детям выбор. Выбор именно сделать, чтобы они свой выбор сделали. Важно, чтобы по телевидению сейчас проходили все живые, допустим, живые уроки в школах, чтобы дети больше знакомились с этим вживую. То, ну как, чтобы мы видели, допустим. Родители успевали за программу. Да, чтобы мы это все как бы с этим знакомились, не так со стороны, а чтобы больше как-то мы выбирали, что для себя, чтобы в будущем мы могли выбрать какую-то школу для себя, как более приемлемую, не та, что, допустим, рядом с нами находится, а та, что нам больше по душе, то, что нам больше подходит. На сегодняшний день по телевидению не показывают никаких уроков, никаких школ, никаких мероприятий. Вот, допустим, как обычный урок, допустим, или что-нибудь такое особенное. Хотелось бы больше видеть на экранах, вот, больше вот про образование, про школы. Очень бы хотелось, чтобы наших маленьких деток снимали по телевизору, чтобы они сами себя видели в разных образах, что наши родители, наши все родители, наши балтяне, все очень стараются, одевают своих деток креативно, все переодевают, но этого всего мы не видим, к сожалению. Хотелось бы больше этого всего видеть на экране, чтобы приглашали телевидение в школы, в садики больше, в ладушки, ну куда, какие кружки ходят наши детки. Вот. Сейчас вот было столетие нашего писателя Олейника, вот, мероприятие это никто не увидел.
Это все тихо так это произошло. Вы нам очень нужны, мы вас очень сильно любим. Спасибо вам за вашу работу. Благодарим вас. Люди должны как-то развиваться, и дети, которые стараются, выступают, они должны показывать свои таланты, чтобы все знали, какие они хорошие, талантливые. Дети развиваются, растут, и они тоже хотят, чтобы увидели их. Они хотят показать себя, показать свои таланты, увидеть себя даже в телевизоре. Даже если мы смотрим, например, там где-то фотографии разные, вот на видео интереснее смотреть, потому что эмоции показываются, показываются там разные плюсы и минусы, например. Ну, дети показывают себя так лучше. Но я думаю, это очень душевно, когда дети стараются, когда показывают свои таланты, и хотелось бы, чтобы побольше показывали школ, показывали выступления, потому что когда люди просто смотрят, например, читают газету, просто смотрят какую-то картинку, им это, ну, просто посмотрел и посмотрел. Когда ты смотришь видео, ты видишь, как дети стараются. Хотелось побольше бы, чтобы дети выступали и их показывали по телевизору, потому что людям это интересно. Спасибо вам большое за то, что есть. Мы хотим побольше видеть наш канал «Балинформ». И спасибо вам большое просто за то, что вы есть. Конечно, важно. И надо показывать за детей, показывать, и как они там развиваются. Нам интересно с самими бабушками, мамам. Ну що, не будемо тільки дивитися фільми, там ще щось. Хочеться, щоб показували. Показуйте, і ми будемо сподіватися, що ви будете показувати. Будемо чекати цих виступлень, будемо передачі і всього остального. Такий вопрос. Що у вас случилось? Чому ви в останнє время не показуєте передачі? Ні за садик, ні за школу, от нічого. От у мене внук входить в садик. Я раніше дивилася, а зараз я нічого не бачу. Що у вас там? Хочеться, щоб вони обновились і щоб показували? Хочеться, щоб показували і за школи теж, тому що от діти скоро підуть у школу, і нам треба дивитися, вибирати, яка школа краще, от, в якій більше розвиття. Ми будемо сравнювати, будемо бачити, як громада живе, як що робиться в громаді. Це інтересно, не кожен в місті, не кожен бачить, особливо по селах це інтересно. А вам желаємо процвітання, ми любимо ваш канал, ми його часто дивимося, нам це все інтересно. Так що показуйте, працюйте, а ми будемо тільки раді. Скажіть, важливий ли вопрос сьогодні показувати мероприятия по телевидению, которые происходят в детских садах, в школах и вообще в городе, что происходит в громаде. Важный ли этот вопрос? Это очень важно, потому что каждый из родителей должен увидеть ребенка не только в детском саду, в школе, а еще по телевизору, чтобы увидели бабушки, дедушки. Было бы очень хорошо, чтобы приглашали телевидение на наше мероприятие. Мы также хотим видеть школу, потому что стоит выбор, в которую школу нужно отправить ребенка. Поэтому очень бы хотела, чтобы показали, как дети занимаются, какие учителя, куда лучше. Каждый из родителей старается, чтобы его ребенок выглядел красиво, делают прически. Поэтому хотелось бы, чтобы каждое из мероприятий были показаны по телевизору. Нам очень хорошо и удобно, что мы можем зайти на ваш сайт и посмотреть, как же происходит в детском саду, в школе, в громаде, какие новости. Но, к сожалению, что-то не видно вот такого особенного по телевизору. А нас не приглашают. В большинстве случаев получается так, что нас не приглашают. Скажите, справедливы ли такие поступки многих организаций, что просто не зовут телевидение и говорят, что это не нужно? Достаточно выложить фотографии в интернет, то есть отчитаться, что мероприятие произошло и все. Вам этого достаточно, как жителю нашего города, как маме, да, у которой дети ходят в сад, будут ходить в школу? Вам достаточно просто фотографии, вот такой вот галочки, отметки, что мероприятие было? Или все-таки вам приятно смотреть и видеть, и знать, что дети живут и в экранах наших телевизоров, и на нашем сайте Балта ТВ можно в любое время зайти и всегда посмотреть. Это след в историю, который невозможно недооценить. Это мега просто волнующий сегодня вопрос наших телезрителей, которые звонят и нас спрашивают, почему происходит так. Поэтому сегодня мы вышли на улицы, чтобы спросить у самых главных людей в нашем городе, у вас, дорогие наши жители, представители нашей громады, нужно ли это сегодня? Я считаю, что нужно, потому что лучше прививать ребенка, чтобы он видел новости, вот даже школу, как происходит учеба, там садик, как дети выступают, чтобы он приучался, как же они живут в этом уже русле, как говорится. Потому что по телевизору есть эмоции, можно передать ту картинку, вот как дети шевелятся, как дети танцуют, как они рассказывают стих. По фотографии этого не видно, ребенок стоит себе просто молча и все, а по телевизору оно как бы виднее. В психологии есть такое понятие, сензитивный период. Если в этот определенный период ребенка не сформируются какие-то интересы, то потом они не сформируются никогда. Поэтому родителям очень важно знать заранее, когда и что. Мы хотим знать все
и надеемся, что это увидим. Хотите ли вы, чтобы вас показывали по телевизору, чем живет ваша школа? Я бы хотела, чтобы моя школа была известна на весь мир, и чтобы про нее много чего знали, чтобы она достигла успехов, потому что все-таки моя школа – это гимназия. Наша школа уже достигает маленьких успехов. Мы делаем разные линейки, мероприятия, утренники. И все время мы там новое что-то показываем. Мы хотим, чтобы нас видели и про нас знали. Ну, конечно, важный вопрос, потому что даже если я учитель, и смотреть, как в других школах что-то, опыт, что-то интересный сценарий, или чем, как живет школа. Конечно, надо делиться, показывать, смотреть, учиться и что-то свое демонстрировать, чтобы они могли себя показать на концертах, чтобы они реализовать себя могли и как и в ораторском мастерстве, и как актеры, и ну, вообще, чтобы и родителям интересно смотреть по телевизору на своих деток, и бабушкам. Все это надо показывать, демонстрировать. Ну, то есть они, глядя по телевизору, ту школу, вторую, третью, это идет как реклама. И ясное дело, та школа, которая больше всего себя показывает, ну, любая мамочка, папа, бабушка тоже отдаст ребенка в ту школу, чтобы видеть и любоваться своим ребенком. Как он розвивається, як він участвує в мероприятиях, пає, танцює, учиться. Я б, наприклад, я підтримую це. Я б навіть сама щось робила, організовувала або приймала участь. Ми підтримуємо і хочемо бачити це в нашому місці і приймати в цьому участь. Взагалі молодь зараз дуже пасивна, і ми можемо бачити, що вони активні тільки на, вибачте, написати якесь некультурне слово, в цьому – да. Мені здається те, що відео, коли знімається, передаються емоції. Для дітей це дуже важливо бути зірками. Вони дуже себе хочуть побачити зірками. Телебачення дуже об'єднує родини. Коли дивитись якась дитина, коли виступає на телебаченні, коли її бачать рідні, то їм дуже, вони дуже раді за свою дитину, те, що вона така, такий молодець, те, що вона добилася чогось, те, що її всі бачать, те, що оцінюють її талант, те, що вона старається. Я бажаю, щоб на нашому телеканалі і в місті Балта було багато таких масових програм, де діти приймали участь, громадськість і всі громадяни, які проживають в місті Балта. Тому що наша громада – одна з найкращих громад в Україні, і тому потрібно розвивати потенціал. Хай Україна всі знає, які ми, а ми – найкращі.